Всем привет! Вы на канале Китай ТВ. И сегодня у нас очередные посылочки с торговой площадочки AliExpress. Пришло 4 посылочки. Раз, два, три, четыре. Так, в двух я знаю, что точно. Тут у нас джинсы, тут у нас идет кепочка. А тут инкогнито такие. Неизвестные у нас посылочки. Давайте будем вскрывать с известных. Давайте я начну с кепочки. Мужская кепочка. Заказывал для себя. Шла очень быстро, что-то дней 15-16 за 180 рублей. Вот такая, в принципе, прикольненькая кепочка, да? Качественная, слушайте, черненькая, как и цвет заказывал. Тут у нас все регулируется, значит, так. У кого побольше голова, значит, побольше идем. У кого поменьше, значит, поменьше. Так, примерю, значит, сейчас, наверное, пойдем гулять по лесу, и там я вам все это продемонстрирую. И джинсы, и кепочка, как на мне сидит, все. В общем, кепочка клевая. Ссылочку, как всегда, дам в описании ниже под видео. Заказываем обязательно. В принципе, прикольно, за свои денежки. Недорого. Так, переходим сразу ко второй посылочке. Тут у нас джинсы, значит. Шли тоже недолго. Трек тоже. С треком были они. Значит, продавец у нас новенький на AliExpress, но я ему доверю. Хотя Алитрек писал, типа, вот мошенник, не надо, вы что, вы рискуете. Все это бред, потому что заказы у него были, отзывы были, значит, надо смело заказывать. Так, джинсики, 38 размер. Точно. Покупала их за 600 рублей. Это, кстати, самый, по-моему, дешевый на AliExpress, которые, ну, были более-менее. Так, ох, у продавца они были синие такие, а тут видите, но слушайте, крутые, мне нравятся. Сейчас я тоже сказал, мы пойдем на природу, сейчас я все померяю, все будет круто, и вы оцените. Так, вместо замка тут у нас пуговочки, я так и хотел, я не хочу эти больше замки, они меня раздражают. Так, что тут у нас? Levi's Original 501, да, все отлично. Так, пуговочки, значит, расстегиваются, значит, плотненькие, все, плотненькие. Ну, запах, как у обычных джинсов, в принципе. Вот такие вот клевенькие, да, мне нравятся. Такие вот всякие дырочки тут. В принципе, за 600 рублей это круто, по-моему. Что-то они шли примерно 20 или 25 дней. Ну, в принципе, мне нравятся. Еще зацените, как они на мне. Если вам тоже понравится, ссылочку, как всегда говорю, дам. Так, и переходим сразу к двум последующим, которые мне совсем не известны, но сейчас станут известны. Давайте. Извините, что я так сильно спешу, я не знаю. Ага, ага, очки. Очки, 100% очки. Что я так спешу? Потому что надо... Это очки, Ray-Ban. Ray-Ban. Ну, в общем, вот такие вот очки. Ух ты, слушайте. Клевенькие такие. Тоже их заценю вам. Вообще, блин, такие крутые посылки. Ну, как вот здесь вот не поставить лайк, а? Ну, ставьте лайки, пожалуйста. Подписывайтесь на канал. Еще очень-очень-очень много посылочек идет. И будет безумно весело. И мне будет очень приятно. Так, очки заказывались. Так, трек, ну, трека номера не было. Шли они 15 дней. До города Перми это очень-очень быстро. На почте мне еще ничего не отдавали. Там проблемы были чуть-чуть. Вот такие вот очки, в принципе, клевые. Ничего не люфтят. Черненькие, вот такие вот прозрачные, да? Да. Кипченка, вот кипченка, клевые. Очки тоже крутые очень. Идешь, где не светит солнце, в то же время ты все клево видишь. Вот в чем прикол. Так что клево, ссылочки оставлю. Заказывайте, пожалуйста. Что еще? Джинсы. Не знаю. Видно, нет будет, но я старался. Кепочка. Крутая очень. Ну, зря я раньше их недооценил, эти кепочки. Что я? Я иду гуляю по парку. Птички поют, природа супер. Погода тоже. Очки нереально крутые. Давайте поговорим, что ли, с вами. Что тут? Все равно людей нет.
не с кем ходить гулять. Давайте поговорим. Я же обозреватель вещей, распаковщик. Подписывайтесь, конечно же, на канал на мой. Мне очень будет приятно. Пишите комментарии. Пишите, что бы вы хотели видеть на моем канале. Надеюсь, может быть, телефонный. Вот я вот хочу, вот думаю, заказать, знаете что? iPhone 3GS. Не знаю зачем, конечно, но думаю, будет круто. iPhone 3GS. Там продавец вообще неплохой. Отзывы хорошие. Да и стоит он недорого. 3580. 16 гигов. 32, наверное, что-то 3950. Вот вы мне подскажите, брать на 16 или на 32 больше сразу. Я белый цвет, только черный говорят, не надо брать. Ну ладно, что. В Китае еще много очень посылок. Много, бля, очки реально крутые. Ой, матерюсь. Очки реально крутые. Ой, дайте я вот сюда сделаю. Рука уже затекла. Надеюсь, это вам все нравится. Наша природа, наш срач. Штатив не взял сегодня с собой. Думаю. Ладно. О чем это я? О, посылки. Еще много идет посылок. Еще штук 8, наверное, посылок. Давайте я вам еще раз джинсы продемонстрирую, да и выключу камеру. Если что-то будет интересно, обязательно включу и вам все покажу.